Волейбольный клуб «Газпром Югра» вышел в полуфинал Кубка России. Второй предварительный этап проходил в Кемерове. Накануне команда из Сургута сыграла заключительный матч. Соперником были волейболисты из Магнитогорска. Магнитко-университет смогли навязать борьбу только во второй партии, уступив 3 мяча. В целом югорчане были на высоте, итог встречи 3-0. Таким образом, газовики вышли в 1-2 со второго места.